Каждый вариант нужно рассчитывать до конца, даже если вам кажется, что ничего хорошего в нем нет. И это задача, яркий тому пример. В этой позиции ход белых, и они должны спастись. Обязательно поставьте видео на паузу и напишите ваш ответ в комментариях. Естественный маршрут через Е8 на Е1 ничего не дает, потому что следует G2, и на ход ладья Е1 попросту слон C7 шах, слон успевает на H2, и теперь белым придется отдавать ладью за пешку. Также есть вариант, связанный с ходом ладья G8. Мы хотим поставить ладью сзади пешки G. Но следует ход G5. Мы берем на проходе G2, G7. Ну и, казалось бы, черная пешка проходит, можно бросить расчет, и белые проиграли. Но не тут-то было. Мы продолжаем расчет еще на один ход и находим фантастический ресурс. Ладья D8, король D8, проводим ферзя, и на ферзь G8 получается пад.